А то наш ребенок сейчас выйдет, товарищ, друг, мой хороший друг, и вы, наверное, все этого человека хорошо знаете. Его тоже зовут Игорь. Игорь Сидоров, может быть, даже знаменитая личность, не может быть, но действительно знаменитая личность в нашем городе. Игорь, ну ты ее любишь? Вот это вот. Люблю. Я знаю, что она у тебя называется, как-то интересно. Она называется Cripple Creek. А если это по-русски? Жестокий скрип. О! Жестокий скрип, ручная работа, Игорь Сидоров. Итак, приветствую, замечательная песня. Я даже не знаю, как она называется, но мы пока ее слушали, дали ей хорошее название. Потом в конце песни, может быть, Игорь сам скажет. Или ты сейчас? Она называется Улей. Улей, говорят, похоже на пчел. Итак, это музыка, инструментальная урока, Игорь Сидоров. Thank you.
Ну что ж, спасибо Игорю. Он сказал мне, пожалуйста, если кто не слышал, то это было так замечательно, что я его не знаю.